когда вообще, чтобы сад было видно, они тут, вместо... Нет, тут видно все. Вместо бетонного столба 9 на 9 поставили 63-ю НКТ-шную трубу, значит, сэкономив натяжники, поприваривали маленькие тупсики, или не знаю, как их там назвать, да, и грипповыми делаем натяжку. Ну, как-то так. Валик, а ну покажи, как тянется. В прошлом году был высажен этот сад. Две шпалеры было натянуто, чтобы зафиксировать капельную трубку и макушку дерева. Капельная трубка вот идет. Да. А учитывая, что следующий год будут интенсивные приросты, ставим третью, четвертую, пятую проволоку. Понятно. А это у Анатолия Чарльза чесались. Понятно, надо, чтобы листья попадали. Ну, по крайней мере, формировку делаю. Вот так вот повыбивало. В прошлом году замученные растения были. Проблема с водой была, пока я не сделал скважину. Хотя река вот она рядом, просто залупились хозяева, не дали воду. И у меня сад в прошлом году высаженный 4,5 гектара, без малого чуть не сдох. Но в этом году с водой все нормально, через скважину. Ну, вот так вот натягивается проволока. Да. Ставится